Привет, с вами Егор Камелев, и сейчас я вам расскажу о новом способе делать псевдоссылки в Акшуре. Это бета-версия 8 Акшуры, поэтому это видео может потерять свою актуальность с выходом релиза. Итак, мы используем виджет Box, обыкновенный квадрат с обводочкой, и пишем в нем какой-нибудь текст. Допустим, псевдоссылка. Двойной клик по уголку этого виджета сделает так, что между текстом и границами не останется расстояние, то есть границы как бы обтекут этот виджет. После этого мы в стилях этого виджета находим такой пунктик, это вкладка Style, пункт Body, граница, и отключаем здесь верхнюю, левую и правую границы этого контейнера. А в стилях выбираем пунктирную линию. Таким образом, у нас текст вписан в квадрат, в котором не отображаются верхние, левые, правые стороны, а нижняя сторона подчеркнутая. В принципе, такой же метод используется при реальной верстке. Во всяком случае, использовался раньше. Может быть, я уже чего-то не знаю. Это лучше, чем горизонтальная линия. Как минимум, потому что сейчас горизонтальная линия, в принципе, работает с багами. То есть во многих сценариях она ведет себя непредсказуемо. Поэтому переходим на такой способ, более похожий на реальный. Удачи!